Ой, да у вас все обиженки, все предатели. Только вы такой вот весь белый и пушистый. Ничего, что у парня отобрали компанию, крупнейшую в стране. Просто так ее взяли и раздербанили. Ну, представляете, если бы вы построили дом, к вам пришли, вас посадили, дом забрали, жену куда-то там и детей куда-то там. Что, понравилось бы? Не обиделись бы, нет? Радовались бы, да? Да, ну да, еще бы эти ягодички бы так вот раздвинули. Заходите, пожалуйста, сколько угодно. Прежде чем на кого-то чего-то говорить, вы на себя посмотрите и примерьте эту шкуру на себе. Как бы вы среагировали? Обиженка. Может быть, не все он говорит как надо. Ну вот, не все нравится. Но суть-то он говорит правильно. Что сделали с Россией-то? А дальше что? Дальше что? Ну взяли вы эту Украину, дальше что вы будете с ней делать? Что вы будете делать с этим народом? Этот народ, любой народ на их месте будет сопротивляться, не поддастся. Зачем им в тюрьму? Зачем им в этот ГУЛАГ? Они хотят жить так, как они живут. А вам все обиженки, предатели. Да ну вас!